Всем привет! Сегодня будем готовить вкусные блинчики на молоке. Это один из моих самых любимых рецептов. Блинчики получаются тоненькими, эластичными, в них можно заворачивать любую начинку или просто подавать с вареньем или со сметаной. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Разбиваем в миску яйцо, добавляем сахар, соль, воду. И хорошо размешиваем до однородного состояния. Подсыпаем немного муки. Размешиваем. Вливаем где-то треть молока. Затем опять подсыпаем немного муки. Размешиваем, чтобы не было комочка. И так будем продолжать процедуру, пока не закончится мука и молоко. В конце замешивания теста вливаем подсолнечное масло. И тоже хорошо размешиваем. Разогреваем сковороду, вливаем в нее немножко подсолнечного масла, распределяем по всей сковороде. Сковороду я смазываю только первый раз, все последующие блины я жарю, не смазывая сковороду ничем. И теперь наливаем порцию теста. Вливаем и быстренько распределяем по всей плоскости, вращая сковороду из стороны в сторону. Выпекаем блинчик пару минут с одной стороны, пока подрумянится немножко. Потом переворачиваем и жарим еще несколько минут с другой стороны. Готовый блинчик перекладываем на тарелку. И пока он горячий, смазываем сливочным маслом. Такую процедуру повторяем, пока не закончится все тесто. Блинчики складываем друг на друга стопочкой. Если вдруг набрали мало теста и не хватает на всю плоскость сковородки, чтобы покрыло, можно немножко долить в недостающих местах. И готовый блинчик будет целеньким и красивым. Вот и все. Тонкие блинчики на молоке готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.